Вот что значит не везет. Вы знали, где живет самая неуклюжая в мире лягушка? Вот я знаю, в Японии. В интернет попали кадры, на которых лягушка пытается поймать насекомое. Ну, как у нее, в общем-то, как она не старается, что бы она ни делала, в общем, совершить задуманное так и не получается. Может, возраст не тот или хватка уже потеряна. Но в итоге каждый раз лягушка промахивается. Ну, в общем, осталась она без ужина.